Утолить жажду в летнюю жару можно с помощью этого насыщенного охлаждающего напитка. Натуральный и очень вкусный, он обязательно придется по душе и взрослым, и может даже детям. Запоминайте рецепт. Покажу вам несложный и вкусный способ, как приготовить холодный чай с лаймом и лимоном. В напиток рекомендую добавить немного сахара, кленовый сироп или мед, чтобы оттенить кисленький вкус цитрусовых. Для пикантности вы можете также разбавить чай минеральной газированной водой, будет весьма оригинально. 1. Доведите воду до кипения, снимите с огня и выложите чай. Заварите и остудите. 2. Процедите остывший чай.